Всем привет, дамы и господа, с вами Ворыш Каниломоб. Мы вернулись в игру под названием «Американский вор» из 80-х. И сейчас мы будем с вами думать, как нам двигаться дальше. По моим заданиям, по моей задаче в этой игре сейчас мне нужно набрать репутацию в баре 66. У нас можно какие-то вещи здесь брать. Тут тоже какие-то были миссии. Ну-ка, подождите-ка. Какие-то были миссии и поговорить, чего ты хочешь, отстала, сделать для вас. На самом деле ты можешь, вор. У одного чувака есть пара фотографий со мной, которые никто не должен увидеть. Они хотя личные, но ты меня понял. Я не могу сам проследить за этим парнем, но зато я знаю, что каждый день в полдень он приходит за хот-догом на заправку. По нему можно часы проверять в полдень. Полдень — это 12 часов, правильно? С виду на лоха похож. В любом случае, выясни, где он живет, и забери у него эту пленку. Так, конечно, принять заказ. Это бар 66, то есть мы выполним задачу, получим репутейшн. Yes, yes. Давай попробуем. Полдень, все легально, если вы не дадите себя поймать. Проследи за фотографом с заправки в 10 утра. А, и украдите у него пленку. У заправки. Так, подождите-ка. Проследите за фотографом с заправки в 10 утра. Сменить инвентарь. Но это не заправка. Заправка там? С заправки фотограф. Вот заправка. Так, у меня тут где-то была парковка. Ну, попробуем. Спите. Так, где тут 10 утра? О, спим. И где фотограф? 10 утра. Бинокль. О, это же он. Торговец. Торговец. Два торговца. Это же заправка. Заправка. Я в гражданке. Торговец. Это фотограф. Поговорим с ним. О. Чего ты хочешь? Я пришел проверить предохранители. Закончить разговор. Следим за ним. Фотограф. Гостиная. Даниэль. Идем за ним тихонько. Даниэль, Данила. Данила. Опа, какие булочки сладкие. Оп, слежу. Такой вообще беспалевный следитель. Я такой следак беспалевный, смотри. Иду такой на подкрадулях. Чеп-чеп-чеп-чеп-чеп. Вообще беспалево. Даниэль, фотограф. У него фотки полицейского. Нам нужно их как-то похитить. Нам нужно вычислить, где он живет. Даниэль. Данила! Данила! Ой, залагала. Данила, ты куда делся? Вижу. Данила, не уходи с кадра. За деревом прячусь. Лёшка. Иду за Данилкой. Данилка! Стоямба! Стоямба, Данилка! Окно. Оп. Я все еще слежу за тобой, Данила. Данила, гостиная. Опа, Данила. 702-й. Даниэль, 702-й карта. 702-й дом, в котором мы с вами еще, кстати, ни разу не были. Где тут ближайшая парковка? Вот это, что ли? Штрафстоянка? Нет. Тут парковка есть, а я вот здесь аж припарковался. Возможно, мне здесь выгоднее припарковаться возле музыкального магазина и пойти в 702-й дом. А где же эти фотографии? О, телек смотрит. О, у него еще уборщица какая-то есть. Ну, кто такая? Видите?
Список действий, дверь. Анжела. Данила. Даниэль. Так, а у меня есть какая-то вообще информация по 700? Нету никакой. Анжела. А про Данилу вообще ничего нет. Нелегально. Вы... Простите за фотографом заправки в 10 утра и пройдите у него... Ленку! Это деньги какие-то. Это явно не пленка. О, Марк еще какой-то. Ты еще кто такой? Данила. Марк. Ё-моё. Фига себе, их тут много. Что у вас в мусорке, в мусорных баках? Опа, калькулятор. А чё вы его выкинули? Так. Может быть, нам нужно дом получше поизучать. Три человека в доме, с ума сойти. Чё-то их тут дофига. О, у них есть тоже этот курятник. Который мы можем взломать. Нет, не можем взломать окно? Можем. Список действий появляется. Эй, список действий. Нажимаю F, а не работает. Странно. Потому что очень... склон очень... Так можно... Надо машину подогнать. Машину подогнать. Машину подогнать. Машину. А я могу с машины? Смогу. Так, поехали, попробуем. Поехали, роднулечка моя. Тихо, 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 тихо. Назад немного. Вперед чуть-чуть. Хоп. Так, ну-ка. Сохранение даже сработало. Давай теперь наверх. Еще. Еще раз и еще раз. Не получается. Я думал, получится, но как-то не очень пока что. Еще раз, еще раз. Слабый с меня прыгун. Ну! Не выходит по центре. Немножко назад попробую. Отмена, отмена, охрана, отмена. Опа! Опа, не выходит все равно. Ё-моё. Мне не выходит осуществить свой коварный... Своё коварное злодеяние. Есть еще одна идея. Тихо-тихо-тихо. Назад. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот так, типа, бочком. Я не смогу выйти. Блин, нет, смогу. Я натупил, не ту кнопку нажимал. Не ту кнопку нажимал, пацаны. О. Стоять, машина, не ехать никуда. Стоять. Да что ж ты будешь... Дай наверх залезть. Это моя машина, я имею право наверх залезть на свою машину, чтобы окно закарапаться. Не выходит, пацаны. Я пытался. До всех сил пытался. А может притвориться электриком? Может притвориться электриком? Я электрик. А ну-ка. А может я сейчас электриком притворюсь? А ну-ка, подождите-ка. А я тебя знаю. Проверить предохранители. Вот как? А разрешение есть? Лучше проваривай, пока не вызвал полицию. Вон гандон. Хо! Дверь задержал. Ой. Вас обнаружили. Блин. Стоп! Я же электрик, алло.
Двое на меня! Двое на одного! Вы видели? Тупо замочкали меня вдвоем. Итак, мы поняли с вами, что костюм электрика нам тут не поможет, судя по всему. Наверх я тут тоже почему-то не могу дотянуться. На машину я не могу запрыгнуть, чтобы там как-то под это дело подкрутить. Женщина, уборщица, Анжела. Меня боится страшно. Да безумие. Опа, какая-то коробка. Подождите-ка. Кто меня там видит? Что-то подозрительное я делаю. Ничего подозрительного. Я просто гуляю по чужому дому. Так, и зачем я сюда залез? Там уборками занимается. Она что, меня уже заметила? Блин! Рили. Самодельная отмычка. О! Фу. Не дадут мне отмычкой поработать. Ладно, побегаем. Книжка. А что там было? Список там чего-то, там что-то там лежало, на книжечка какая-то странная. Я не успел прочитать, что там такое толком лежало. Итак, нас очередной раз поймали. Тут где-то какая-то книжечка лежала. Сейчас мы попробуем ее рассмотреть. Что это такое? Какая-то... Это может фотографии? Не знаю, но что-то валяется. Даниэль. О, тут они вдвоем с Анжеликой. Муштрует, Надо как-то, наверное, переночевать. Ладно, идем с другой стороны, там была парковка. По-моему, недалеко там была парковка. Надо попробовать еще ночью залезть в ночном костюмчике. Эй, женщина, вы сейчас будете сбиты. Паркинг. Ищем парковочку. Вот. Попробуем ночью прокрасться. Спим. Меняем одежду. На ночного... Ой, почему я это не могу сделать? Может взломать. А почему им красненьким большой инструмент? А, рюкзак. Понял. Буфер обмена, калькулятор спрятать. Все. Выходим. Тут тоже, кстати, еще дорогие вещи есть. Сейф с драгоценностями. Ага. Но мы пока не умеем сейфы взломать. Вот, значит, наш домик. Наша цель. Есть кто-то ли в доме ночью? Непонятно. Но освещение... Опа, уже... Они там что, круглые сутки заметают? А что, я его не могу зафиксировать? Это тот же фотограф. Крыльцо. Так, зафиксировал. Крыльцо. Удастся ли мне теперь ночью... Там то через тот ящик залезть и там что-то потянуть? Не знаю. Надо попытаться. И что в этом самом этом гараже, тоже не ясно. О, там тоже он работает. Задняя сторона. А как я там должен обокрасть? Ладно, пока что спущусь тут. Попробую здесь только залезть, в этот вот чулан. Хотя бы тут посмотрю, что находится. Надеюсь, меня не спалят. Самодельную отмычку использую. Ауч! Да что такое? Блин, вторую сломал. Ты
Почему так тяжело? Блин! Да что ж такое? Еще раз перезайду, может быть, какой-то глюк? О, наконец-то! Чё внутри? Так, еле взломал, слушайте. Фонарь. Я не зря сюда хотя бы лез. Ой, меня услышали. Вот фонарик привлёк внимание. Я сюда что, зря лез? Что в этом чулане несчастном? Мешок какой-то лежит. Еще какая-то... Ой, у меня мало отмычек осталось. Ой, сейчас сломаю. Блин, хрустнуло. Есть. Обыщите. Калькулятор. Плеер. Руман. Заказ. О, офигенно. Плеер заказный. Потянул. Что тут с этой полочкой? А можно встать? Ничего, по-моему, нету. То есть тут только все... какой-то мешок мусора. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Полочку все обыскал. Заказной плеер какой-то потянул. Да и все, в принципе. Так, я лучше вылезу, наверное. Анжела гостиная. Переложу в автомобиль вещи свои, пойду. Это, в принципе, заказные. Это прикольные вещи. А где моя машинка на парковке? Плеер, очки, буква Дэшечка. Плохо. Так, а где моя была машина запаркована? Где-то тут. Топ-топ-топ-топ-топ. Пойду. Вас заметили в одежде взломщика. Да вообще пофиг. Мне главное сейчас до машины добраться. Сбросить груз. Так. Бумц-бумц. Плееры всякие, всякую. И сохранение должно сработать. О, дискетка. Автосохранение. Вот это мне нравится. Вас заметили. Это далеко. Это не страшно, что меня замечают, потому что я далеко нахожусь. Меня больше здесь волнует, как тут дальше поступать надо. Лезть через окно, либо через задний двор, тут дальше действовать. Это пока непонятненько мне. Непонятненько. Так, Анжела, этот мужичок ходит. Людей мне не должен видеть. Анжела, что там? Уселся. Что-то было на скамейке. Плюс у меня с отмычками туговато. Она уже ушла. Это уже очень хорошо. Черт, мужик какой-то. А, блин. Пойдем, пойдем. Кусты, кусты. Не поднимай кипиш, дядька, пожалуйста. Я в кустах. Блин, я чуть не попался Марку на глаза. Они тут все прямо убирают. Занимается уборками постоянно. Марк чуть не спалил меня. Понесло. Фонарик подсвечивает. Даниэль. Данила, Данила. А это что такое? Кассеты. Альбом для эскизов. Заказ. Беру. Так, список действий. Самодельная отмычка. У меня последняя отмычка. Есть, получилось! Последняя отмычка. Я же, если в ее... Окно! Кассетный плеер. Кассеты еще. Ой, здоровенный телевизор какой-то. Маленький телевизор, деревянный в корпусе. Заказы. Заказик еще один. Ай, ух ты! Плоская сковородка. Не заказ, а просто. Плоская сковорода. Хорошо. Телек берем. Телек заказный. Интересно, я смогу тут как-то... Как-то потом через окно залазить. Мне надо сейчас телек выбросить через окно. Кидай его. Есть. А смогу я обратно залезть через окно? А окно не закроется? Куча вопросов. На которых у меня нет ответа. Так, а куда мне нужно идти? На заправку? Нет, мне нужно идти сразу на Black Buy.
Вернее, на туда, на скуп, на этот вот. А там люди какие-то ходят. Пробуем сделать пробежку. Пробежку пробуем сделать. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. 70 очков опыта. Сейчас туда на задний двор бы закинуть бы этот вот. А вот с машины непонятно. С машины непонятно, удастся ли мне сразу же сейчас продать вещи как-то. Или нет. Я под заказу хочу попробовать сдать телевизор. Кто-то заметил в форме вора. Не страшно. А где тут дядька с автомобилем? О, вон, вон, вон он. О! Телек принес. Как там дела? О! Доставить все. Доставьте. Доставлено. Альбом для эскизов. Доставлено. Телефончики. Обучающая игрушка. Опа. Маленький телевизор. Доставлено. Так. Что-то подоставлял. Кухня. Мультиварка, туфли. Доставить все. Доставил все, что имел, походу. Доставлено. Альбомчик. Доставлено телевизор. Кухня, одежда разная. Альбомчик, значит, доставился. И доставился. Ну, вроде как доставился телевизор. Постепенно все сдадим. Наушники, телефон серый. А почему это не пропадает со списка, непонятно мне. Типа один раздел с этим считается как одно. Репутация выросла. Ура! Немножечко. Я так и не залез туда в дом, к этому, к этим 702-го. Все, второй дом. Так и не залез пока что. Внутрь прям. Это 703. Не то. Иду дальше. Окно закрылось, да? Ой. Только с той стороны могу открыть окно. С этой не получается. Список действий, видите? Только с той стороны окно удается мне открыть. Это не дают. Что я делаю сейчас, как вы думаете? Я бегу на свою заправку. Или просто сюда, вот, в дудку залезу. Тут быстрее. Сохраниться хотел. Стоп! Чего? Блин. Не вовремя на меня копы напали. В норку! Заныкался. Угомонились полицейские или как? Или еще меня ищут? А он прям в доме бегает у них, смотри. Прям в доме думает, что я спрятался. Странные люди. Нет у меня в этом доме. Я в мусорке сижу. Дождь идет, а я в мусорке себе отдыхаю. Непонятно, что они так долго меня ищут? Чем заняться, что ли, нечем? О, успокоились. Оп, все. Вылазю. Так, значит, что у нас тут? В спальне находится женщина. Милая моя. Отойдем. Бинокль.
Пытаюсь издалека выцепить ее. Да что ж такое? Опять какой-то кипиш подымает. Дом очень опасный. А у меня отмычек нету. Кстати, нормально. Чтобы ломануть. Опять калькулятор тут лежит. Они постоянно будут возобновляться здесь? Попробуем рискнуть. Фомкой. Блин! Услышали. Уходим. О! А я шахнул, сломал. И чё? Блин, опять полицейские. Я в чужой дом запрыгнул. Я вообще не в том радиусе. Этим 702-м домом вообще что-то неладное творится. А ну попробуй пойти сюда. Так, поговорим. А, не могу сейчас говорить. А полицейские сюда не придут случайно? Это звонит лучше в урну. Прячусь в урну. Попробую пересидеть чуть-чуть в урне. Я думаю, что мне нужно попробовать 702 дома купить у полицейского распорядок дня. Кстати, вариант. Купить у полицейского какие-то подсказки. А вдруг там есть какие-то зеленые окошки, хотя бы когда одного человека нету в доме. Иду к полицейскому, пробую купить что-то. Так, мне нужна информация. 702, о! И сразу 706. Сразу обе подсказки возьму. Так, а ну-ка дай посмотрим, 702. Марк, Анжела, плеер, руна, дорогой. Микроволновка, дорогая. Заднюю дверь можно открыть импровизированной отмычкой. Заднюю дверь. И это все, Марк. Крыльцо. Гостиная, спальня. Спальня, туалет. Задняя сторона, гостиная. Крыльцо. Как они меняются как-то так? Там по-любому ты будешь замечен. Их там трое, а не двое. Это какая-то непоняточка для меня. Их там реально трое, а не двое. И у меня отмычки закончились. Так, что-то продать хочу. Сковородки, калькуляторы. Починить, ремонты. И отмычек накупить еще. 1000 баксов у меня все же сохраняется. Наступил день. Новый день, новое утро, новый день, новая пища. Бегу. Стараюсь не привлекать внимания, но через леса, через моря. Бегу. И опять не могу открыть эту штуку. Даниэльчик, здорово. Вас заметили в одежде. Да. Знаю. Поэтому я сейчас буду ночевать. Спать. Вот так. Отоспался, сохранился и пошел обратно. Заднюю дверь. Заднюю дверь можно открыть импровизированной отмычкой. Плеер дорогой какой-то вон. Полезай. Опа. Плеер.
конвейер. Мне нужны фотографии. Будильник. Инвентарь почти весь забит, кстати. А тут что? Список действий. Отдельную отмычку. Что ж ты будешь? Есть! Только доллары! Блин! У нас гости. Он сюда идет. Он сюда идет. Пронесло. Он прям на диван улегся. Блин. Под окном пройду. Не заметит. А если я сейчас эту дверь попробую? А я тут не дотянусь до окна. Ой, ой. За деревом пытаюсь. За деревом. Ай, ё-моё. Анжела. Со своим веничком ходит там. Не, ну я нормально так наворовал. Ты чё, придётся драпать? Там чё? Микроволновка. Плеер. Задняя дверь. Ну и подсказки. Дрыхля. Подкупите полицейских. Да-да-да, да-да-да. Подкупим, подкупим, подкупим. Давай в окно быстро. Заказ. Радиоприемник. О боже ты мой. Где снимки? Где фотографии? Наушники украл. Нам нужны снимки. Колонка. Динамик. Понес динамик. В окошко его. Бомц. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, кассеты, видео. Деньги. Руководство. Информация разблокирована. Микроволновка дорогая. Где фото лежат? Где лежат фотографии, компроматы, компроматы, кассеты, кассеты, кассеты долбаные всякие. О боже ты мой, еще и телек есть. Огромный. Дроп айтем, дроп. Я уже больше в тачку свою не загружу. Просто здесь я больше не вижу, куда мне еще залезть. Кассеты 5, инвентарь заполнен. Я понимаю, понимаю. А где же эти снимки? О, доллары. Инвентарь заполнен. Доллары. Обыщите. Кассеты. Блин, не то, не то, не то, не то, не то пальто, не то. Кассеты. Я не знаю, где еще пока что эти снимки спрятаны. Но я еще в надежде. Надежде, кстати. Мог быть где угодно тут. Так уже хорошо на. О, ключи. Кассеты, инвентарь заполнен. Капец, здоровенный дом. Тут можно еще искать и искать. Надо валить отсюда, я столько наворовал хорошего. О, мои мачки. Мне нужно разобраться, где в этом доме находится. Фотографии. У него надо украсть какую-то пленку. Нужно украсть пленку. Так, берем колоночку. Несем. Оп, колоночку понесли. Оп, 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 оп. А я правильно бегу? Ну да, на заправку, все четко. Давай, 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 колоночка пошла, родимая. Пошла колоночка такая, оп-оп-оп. Буква С, идеально. Ух,
открыть. Ой. И поставить. Есть контакт. За телевизором. Ой. 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 Да ядрит Мадрид! Вы устали. Замечательно. Телевизор мой там остался. Вон с донтиком один дядька идет. Вы устали. Вы устали. Вы устали. Мы писали, наши пальчики устали. Ну-ка, давай, идем сюда, идем, идем, идем. Может, что-то удастся. Может, что-то удастся переговорить. Я там столько всего натянул. Опа, доставлено. Доставлено, плеер дорогой. Тунц-тунц-тунц. Тут нечего доставлять особо. Иду на блэк. Этот вот рыночек. Пообновляем себе отмычки, кроссовки, будильник. Это все можно продать. Теперь нужно обратно к машине вернуться. Вернуться обратно. Я так и не понял, где лежат эти фотографии. Подкупите полицейского. Подсказочка. Интересно, телевизор остался там снаружи, валяется или нет? Сейчас посмотрим. Телек важен. Важен телек. О, лежит! Роднулечка моя. Берем. Телевизор на месте. Несем. Телевизор нужно сохранить любой ценой. Не, ну хорошо, я немножко наловчился. Уже проник в дом, обыскал там комнатку одну, вторую комнатку. Как бы мы найдем эти снимки, мы их найдем. Но уже не в этой серии. Сегодня и так хорошенько, конечно, поворовали. Будем надеяться, что в следующий раз будет более успешное воровство в 702 доме у меня. Во, 702 дом. Будем надеяться, что в следующий раз будет более успешное воровство. На сегодня надо сохраниться, и я с вами прощаюсь в этом видеоролике. С вами был Ниламок, всем пока-пока.